Всем привет! Часто под комментариями стали вопросы задавать, какими воблерами я ловил в этом сезоне. И вот хочу представить вам вот такими вот копиями на известные японские воблеры ловил в этом сезоне. Очень неплохо они ловят, ведут себя практически так же, как и оригиналы. Это Рудра, это Рейрендж. Это Максквад 115. Вот их упаковки я на всякий случай не выбросил, оставил. Так что как раз пригодились. Также очень хорошо зарекомендовал себя вот такой вот Рейрендж. Они по внутренностям вот с этим вот абсолютно одинаковые. Если честно, я их половинил. Посмотрел, что внутри. Все один в один у них внутри. Почему я располовинил? Мне щука его как-то прокусила. Вот, я, можете видеть, да, я даже зубы клеил. Ну, тут одна всего дырочка была, которая насквозь. Остальные так, вмятины. Ну, и проклеил суперклеем с содой. Ничего, выпарил его, высушил. И он также продолжал дальше работать. Очень хорошо на него реагировала щука. В любое время, и летом, и весной, и осенью. Так что он меня порадовал. Есть еще воблеры, которыми я ловил. Это под торговой маркой Шарада. Вот, вот такие вот примерно. Вот. Тоже цены практически одинаковые вот с этими. Примерно где-то, ну, так же, как воблеры от Цуёки. Ну, может быть, чуть пониже вот у них цена. Вот хорошо от Шарады кренки работали по головлю в этом сезоне. Прям замечательно отработали. Головлю очень хорошо на них отзывался. И я что заметил. Вот тоже вот как бы орбит, да, в 110 размере. Но тут уже явно написано, что он от Розы. Я вот думаю, не проделки ли этой самой Розы по всем вот этим вот воблерам. Ну, мне не важно, в принципе, кто их делал. Главное, что они ловят, ведут себя практически так же, как и оригиналы. А стоят в разы дешевле. Также вот еще такой вот есть воблер Варуна, да. Ну, тут вот написано, еще добавлено, да, Колумбия, Колумбия, как там, правильно, не знаю. Ну, тоже неплохо вот ловит щуку. Мне лично понравилось. Единственное, что я не нашел ни в каком интернет-магазине, где их можно брать. Я их брал в нашем местном рыболовном магазине. И отличие, вот говорю, их сразу только по цене. От оригинала, в принципе, очень сложно отличить на первый взгляд. Те, кто ловит на оригиналы, естественно, при тщательном осмотре это все будет видно, что все равно копия. А на первый взгляд, да, только цена выдает их. Ну, воблеры на самом деле очень-очень неплохие. Воблеры ловят. И мне лично понравилось, и не вижу смысла не покупать их. Ну вот, вот на такие копии известных воблеров я ловил в этом сезоне. Для сравнения, конечно же, и ловил оригиналами, и также ловил на свои самодельные воблеры. Но все видео, которые у меня за этот сезон есть, там именно рыбалки, именно на эти вот копии известных воблеров. Я никого не призываю ловить на копии. Ловите строго на оригиналы, потому что, ну, копии — это же фу. И не важно, что рядом с вами ловит рыболов на копии с таким же успехом, с таким же результатом. Главное, вы ловите на оригиналы. Также не важно, что если вы загнали в какое-то бревно, в корягу оригинал, и без возможности его отцепа оторвали его и вынуждены перейти на более чистый участок реки, чтобы ловить на оригинал. А тот остался ловить на том перспективном месте. Даже если оторвав эту копию, он поставит другую и без сожаления продолжает ловить дальше. Но зато вы будете ловить на оригинал. Смотрите сами, дело каждого.
Я в этом сезоне, говорю, вот, ловил на них, они мне понравились. И, в принципе, я доволен. Ну а так, всем спасибо за просмотр, за поддержку. Надеюсь, я ответил на вопросы. Всем здоровья, добра, здравомыслия. Увидимся в следующем видео. Всем пока.